Первый фестиваль состоялся еще в далеком 2009 году. Сегодня у нас с вами юбилейный, 10-й. Итак, господа, поднимите руки, кто был на прошлой спортволне? Я здесь таких много вижу, поднимайте, давайте, давайте. Это было в мае, я вам напомню. У нас сейчас с вами присутствует здесь два человека, которые не пропустили ни одного фестиваля с 2009 года. Это Анатолий Вольнов, наш организатор, поприветствуем его. А также Екатерина Гурко. Друзья, ну самому главному, нас впереди ждет два футбольных турнира. Два. Один многодневный, другой однодневный. Три дня мы будем играть в основном турнире, который будет состоять из двух дивизионов. Дивизион Суперлига и дивизион Мастерс. Защитника сборной России по футболу Дмитрия Сенникова. Традиция в виде напутствия командам-участницам. Хочу всем пожелать, наверное, хорошего настроения, потому что мы приехали прежде всего, наверное, набраться позитива, встречи с друзьями, которых ты, наверное, не видишь в Москве, это прежде всего. Но на поле тоже, да, конечно, мы будем соперниками. Самое главное участие, да, но и нужно побеждать. Так что всем желаю, наверное, провести хороший вот этот мини-отпуск, поиграть в футбол, поделиться впечатлениями. В общем, всем хорошей игры. Дмитрий, а кто победит? Кто победит? Победит сильнейший, но, естественно, я играю за «Северный бастион». Будем стараться обыграть Николая Сергеева. Вот так вот Дмитрий Сенников усилит команду «Северный бастион». Легендарный полузащитник. Человек, который тоже усилит одну из команд. Андрей Кончевский. Я всем пожелаю только одного. Как футболист, то самое главное, чтобы у вас не было травм. Чтобы вы спокойно уехали домой, без травм. Чтобы у вас отлично время провели, это самое главное. Вам всем удачи, победить сильнейший, понятно. За окнами неброский мир, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин. И оживи маяк души, быть может, заветной мечты. Корабль в пути пускай. Не стой ноги, встал с утра. И за окном провинция, а не Москва. Не так, как во снах. Да и пусть так, просто чувствуй, брось страх. Пора. Освободи себя от оков. Если душа река, то из берегов. Есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас, сейчас. Будь собой. Но! Кажется, мечты далеко так. Думай, не спеши, выбор твой, брат, где-то внутри. Светы горящие, и ты их не туши. Светы такие вокруг. Не надо, не надо, тяжело там. Где города не спят. Они хотят опять летать во снах и узнавать прохожих лица. Пускай за окнами неброский мир, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин. И оживи маяк души, быть может, заветной мечты. Не святой, не напиться, с толку не сбить, небо испить. Хочет голодная птица. Я соберу волю в кулак, чтобы суметь оттолкнуться от края дней и лишь в небесах. Кометы проснутся. Всего 8 нот, но сколько песен. И сотни слов отролись в сердце. Это любовь, целый оркестр. Зазвучит пусть на весь мир твоей версии. Не жди подачи, с неба ступай. Ведь правильно лишь тот, что сам избрал. Пускай не спелый план и схемы. От мечты к цели ты смелый, я верю. Я знаю, он их повез на сбор в Испанию. Они там не доработали. Вы заметили, какие травмы они получили? Задние поверхности. Коленные суставы летят связки. Ноги не держат.
У нас были быстрые игры, за счет скорости мы играли. Ветер, и все, вынимай. Все, ставим плата. Спасибо. Очень приятно всех видеть здесь, очень много знакомых есть, кто-то впервые приехал. Поэтому всем удачи, хорошей недели, чтобы все у нас получилось, хорошая погода, покупаться, позагорать и получить удовольствие от любимой игры. Чемпион Советского Союза в составе московского «Спартака» 2002 года. Дорогие друзья, я уже древний футболист такой, честно говоря. Но мне очень приятно быть на этом турнире, поздравить вас с наступающим этим турниром. Великолепным, я так думаю. Я посмотрел книжечку, и там такие великие фамилии наших соотечественников российского, советского футбола. Что хочу пожелать? Оптимизма, хорошего настроения, хорошего футбола, без травм. И хорошо отдохните, уважайте друг друга в футбольных баталиях, всем вам здоровья, ну и удачи. Спасибо громадное. Валерий Шеренбой. Выбор, какую мне выбрать калибр. Если бы ты знал наших, знал бы, что ответят. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский?
сумасшедший русский. Кто сумасшедший русский? Сумасшедший русский! Молодец! Егор! Егор! Ты внимательно запоминай, как надо бежать. Накроет и меня, и тебя навсегда. Спортивная волна, стремимся мы туда, где все одна семья и футбол навсегда. Спортивная волна накроет с головой, накроет и меня, и тебя навсегда. Спортивная волна, стремимся мы туда, где все одна семья и любовь навсегда. We'll be right back.
летит, душа поет, стадион ревет, турнир идет. Эти недели мы ждем весь год, и снова гол, вот-вот. И радость всех нас ждет, незабываемый берег тот, и Каталоний народ. Держись, Спартак идет. Нас спортивная волна накроет с головой, накроет и меня, и тебя навсегда. Спортивная волна, стремимся мы туда, мы все одна семья и футбол. Накроет с головой, накроет и меня.